Завязка выставки – погружение в мезозойскую эру. Каких размеров были яйца динозавров? Как менялся климат и какие существовали животные и растения? Экспозиция не просто отвечает на многие вопросы, но и погружает в атмосферу зарождения великого озера Байкал. Мы узнаем, что здесь на самом деле была такая жара, что нам не снилось, что Сибирь на самом деле была жаркой. Узнаем из этих вот экспонатов о культуре наших народов, которые пришли много раньше нас всех живущих. Здесь исторические события переплетаются с художественным замыслом. Вторая часть выставки погружает в байкальский эпос, его мифы и легенды. Интерес взрослых подогревают вот такие деревянные медальоны. Это руны, с помощью которых можно получить предсказания на ближайшее будущее. Достаточно выбрать один из них и прочитать значение. Многие, возможно, и не могут приехать на Байкал по каким-то причинам. Мы приехали к вам. Мы хотим подарить вам эту частичку, эту незабываемую атмосферу байкальского уюта, красоты и незабываемой истории. Все юные посетители выставки могут принять участие в тематическом конкурсе, итоги которого будут подведены уже 16 октября. Подробности, а также заказ билетов по телефону 8 902 172 69 46, а также по номеру 52 26 37. Ангелина Борисова, Алексей Резник, Новости 360 Ангарск.